Аккумуляторный пылесос вертикального типа Tefal Air Force Extreme Lithium поставляется в небольшой коробке из прочного гофрокартона, оснащенной пластиковой ручкой. Оформление коробки довольно информативное, на плоскостях наглядно рассказано об основных достоинствах этого борца с пылью. Пылесос поставляется в разобранном виде, но вряд ли сборка будет представлять большую проблему. Корпус пылесборника изготовлен из прозрачного и почти нетонированного пластика, видимо, из поликарбоната. Степень его заполнения можно будет определить при первом взгляде. Основные детали корпуса, щетки и пылесборника, изготовлены из пластика разного вида. Большая часть деталей имеют черное зеркально-гладкое лаковое покрытие, которое неустойчиво к появлению царапин. Уникальная дельтовидная щетка-насадка является основной особенностью пылесоса Tefal. Она относительно невысокая и оснащена парой шарниров, что позволяет забираться с ней под предметы обстановки с небольшим просветом, а угловая форма передней части не дает шанса углам остаться без инспекции пылесосом. Перемещение насадки по полу облегчают два колеса с покрышками из упругого пластика. Качество уборки в темных закоулках помогает контролировать две линейки светодиодов, расположенные в передней части на скосах насадки. Управляется пылесос с помощью четырехпозиционного переключателя на ручке. Текущий уровень мощности указывается с помощью расположенных ниже светодиодных индикаторов зеленого свечения. Еще ниже – синий трехуровневый индикатор заряда аккумулятора. В комплекте есть адаптер питания для зарядки встроенного аккумулятора, который полностью заряжается почти за 5,5 часов. Эффектный элемент на одной из вставок в виде лопастей вентилятора выполняет исключительно декоративные функции, так как на самом деле воздух выходит через боковую решетку на корпусе. Суперщетка пылесоса хорошо справляется со своей задачей и позволяет убирать под тумбочками, в самых углах и, благодаря подсветке, там, где плохо видно. Циклонный фильтр достаточно эффективный, так как большая часть мусора скапливается в нижней части пылесборника. Мы измерили уровень шума пылесоса в разных режимах работы, и результаты оказались очень близкими. В среднем 69 дБ. Наименее раздражающим шум ощущается на средней мощности работы пылесоса. Наши измерения показали, что максимальная мощность всасывания около 40 Вт, что формально мало даже для вертикального пылесоса. Однако, нужно учитывать наличие активной щетки и стоит сделать скидку на мобильность и компактность агрегата. В режиме с максимальной мощностью и при использовании по прямому назначению пылесос проработал почти 35 минут. Для простой периодичной уборки по дому этого времени будет вполне достаточно. Чтобы полностью израсходовать заряд аккумулятора, нам пришлось тщательно убрать подряд три помещения общей площадью около 90 квадратных метров с коммерческим ковролином и линолеумом на полу. В целом, мы положительно оцениваем опыт использования пылесоса Tefal Air Force Extreme Lithium. Благодарить за это нужно, прежде всего, уникальную и эффективную дельтовидную насадку, а также емкий литиевый аккумулятор. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал.